Окей, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Вупа. Ну что, давайте начнем, я думаю. Пустая ячейка. Боссы легко побеждаются. Нормальная игра в игре, как задумано. Конечно, шрифт тут такой уа. Ну хотя и графика уа. Тяжело, медленная регенерация, враги наносят больше урона и безумно... Удачи. Давайте нормальную. Дом вумов, вход. Какой-то зеленый кубик летает. Или это звезды такие. Да, я слушаю. Так, что вам нужно? Кто это? Ничего. Кто это? Это Карло. Я служу технической поддержке. Эй, не прикидывайтесь дурачком. Вы звонили мне 20 секунд назад. О, верно. Нет, я этого не делал. О, я мог поклясться? Подождите. Эй, не пытайтесь издеваться надо мной. Это вы позвонили мне. Успокойтесь, я не стал бы звонить, даже если бы вы этого хотели. Ладно, что вам нужно? Я хочу поесть. Ничего. Еду, да? Дайте-ка угадаю, вы хотите заказать мороженое? Откуда вы знаете? Конечно. Ну, может быть, потому что все те два раза, что вы мне звонили, вы пытались заказать мороженое. Хорошо, но мне жаль, приятель. Как и в прошлый раз, когда мы разговаривали, транспортная система больше не работает. Поэтому вам нужно будет самим спуститься вниз, чтобы получить свое мороженое. Я не уверен, что вы покидаете свою комнату. В последний раз, знаете, это мой последний порыв. Поэтому я просто скажу, вы можете перемещаться с помощью А и Д и прыгать на С. А прыгать или нырнуть под воду с помощью В. Да, это было странно. Увидимся внизу. Так, пока я еще не начал играть. А, у меня налито. Все. О. Мы в чем-то обмазались. Так, подождите, давайте. А, тут даже прогресс есть. Так. Параметры. Графика аудио, давайте немножко. Прибавлю управление, комбинация клавиш, идти, так, идти влево, прыжок В, почему В прыжок? Использовать предмет, инвентарь, предметы, прогресс, ярлык, 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 идти направо, нырнуть, пробел не используется? Диафильмы, о. Yes. Ну, пускай так будет. О, нифига, мы можем сальтухи мутить. И двойные прыжки мутить. Максимально ужасная погода. Дождливая какая-то. Четвертый этаж. Нихера себе мы живем. Так, а можно как-то... А, мы умеем свистеть, неплохо. Я хочу на верхний этаж. Тук-т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 ук. Нихера, мы живем в доме шестиэтажном. Хо. Неплохо.
Может, мы типа в многожильцовом доме живем? А, хочется, чтобы кто-нибудь поговорил со мною. Мне действительно нужен друг. А, то есть мышка, мы... Мышкой мы разговариваем, мы все взаимодействуем. О, привет. Давно не видел тебя. На какой этаж ты бы хотел поехать? Первым, без разницы. А, ну ладно. Ну, поехали. Хорошо. Я немного подслушивал ваш разговор по телефону. И хочу сказать, что Карл из службы поддержки Woman может казаться невероятно подлым, но нам на самом деле он отличный вум. Поскольку все уходят, Карл берет на себя очень много задач. Без него дом вумов просто не выжил бы. А, ясно. Буду иметь в виду. Я рад, что ты это понимаешь. Иногда меня жаль его. Понятненько. Так, это кухня. Закрытая. Служба поддержки. Я потерял, нажмите кнопку, чтобы вызвать его. Следующий. Забыл, как сделать двойной прыжок. Прыгай дважды. Это просто. Следующий. Почему больше не работает транспортная система? Ну, а следующий, пожалуйста. О, привет. Так, ты хочешь мороженое? Мороженое, пожалуйста. Ладно. Но пообещай мне одно. Я до сих пор помню, как ты последний раз ел мороженое. И уверен, что ты не забыл мою выходку. Но если честно, то ты испачкал весь коридор. Хе-хе. Так что, пожалуйста, возьми мороженое обратно в свою комнату и ешь его там. Не свинячь им во всем доме Вумана. Без проблем. Я серьезно, не создавай срача в этот раз. Ешь мороженое у себя в комнате. Не волнуйся, я справлюсь. Ладно. Здесь идти совсем нечего. Плюс мороженка. Я слежу за тобой. Возвращайся в комнату, чтобы поесть мороженое. Я что, виноват, что оно тает? На какой этаж это был? Вы хотели поехать? Четвертый этаж. У меня мороженое тает. Поехали. Мое мороженое тает. Так, ладно, погнали сюда. Тук-тук-тук. Блин, а это они, да? А! Я же просил тебя не свинячить свое мороженое по всему коридору. Даже в этот раз ты не смог бы сделать мою жизнь хоть немного легче. Не могу больше. Вот именно, с меня достаточно. Охрана? Бросайте этого вума с балкона. В доме думов больше нет места для такого рода поведений. И меня споймали. Ого, как-то меня глубоко кинули. О! У этого толстяка могут быть хорошие вещи.
Теперь больше никогда не придется скучать. И даже все равно, что никто не посещает мой магазин. О, ладно. Пора бежать. И мы так уменьшились из-за телевизоров? У нас был телевизор? О, мы на... Пипец, мы стали быстрые. И очень высоко начали прыгать. А, я думал, это вода. Это Вангард. Ага. Дом Алисветера. Не. О, посетитель. Ты, должно быть, нечаянно выпал из дома Вумов. Извини меня за мое волнение. Я не видел Вумов с тех пор, как приехал в свой новый дом. Теперь позволь мне представиться. Я всезнающий. И я знаю все. Как мне попасть домой? Ты хочешь вернуться в дом Вумов? Но почему же ты уже хочешь уйти? Мы даже еще не посмотрели диафильм вместе. Посмотри диафильм со мной, а затем мы поговорим о том, как попасть в дом Вумов. Я просто хочу домой. Ну давай, ты уже не хочешь уступить возможность узнать что-то новое? А, пойдем внутрь, чтобы запустить проектор. Видно лицо, что оно мое расстроено. Ты принес диафильм? Диафильм? Ты никогда не слышал о диафильмах? Диафильмы — это единственный способ рассказать правильную историю. Думаю, у тебя нет диафильма. Поздравляем тебя с твоим первым диафильмом. Открой инвентарь, нажав таб. Теперь использую А для... Так, это получается наш персонаж неизвестным. Ты выглядишь довольно дружелюбным. First steps. Молодец. Как и любой другой предмет, диафильм можно носить на голове. Старая вещь, которую я ношу, на самом деле была корзиной, но я решил, что из нее получится хорошая шляпа. Теперь подойди к проектору и нажми на него. О, это диафильм рассказывает нам о самом начале существования мира. Первые шаги на этой планете были установлены 4 различными расами. Как вы можете видеть, такие люди одни из них. Вумы. Самый умный вид, но им больше всего надо... Так, недостает способностей. Они довольно известны, ну... Вы ведь знаете, мы довольно долго правим этой планетой. Даже без каких-либо специальных навыков эти Вумам удалось стать самой могущественной расой по пути строительства и ношения всех видов оборудования. И как вы уже догадались, мы были самой модной расой с первого дня. Вот слайд с блюсером. Блюсеры известны своей способностью переносить много воды. Они также известны как самая дружественная раса. После войны с франкерами они стали садоводами Вумов. Теперь им это больше всего нравится. Смотрите, вот слайд со спленхенкером. Спленхекеры, возможно, на самом не самая умная раса, но они, безусловно, одни из самых практичных. Они известны своей способностью собирать спленг. Спленг — очень прочный материал, и большая часть дома Вумов была построена из него. И, наконец, вот слайд с френкером. Бля, я до сих пор не могу потерпеть их физиономию. Френкеры были известны своей способностью плевать камнями. Отвратительно. Они были очень агрессивны, и они хотели делать мир с делить мир с другой расы. Это объясняет, почему началась война с френкерами. Но после войны не осталось ни одного френкера. В точку. Никакой милости к этой уродливой парням. О, как мило. Вот на этой фотографии они показались все. Вумы, блюсеры, спленхекеры, спленхекеры и фнекеры. Что так сложно? Это хорошая история, не так ли? Ладно, я отнял у тебя время. Ты говорил, что хочешь вернуться в дом Вумов. Ну тогда, боюсь, у меня плохие новости.
Видишь ли, обычно можно пройти в саду Вумов через кухню дома Вумов. Но по какой-то причине дверь заблокирована. Я кое-что слышу, и из кухни доносятся странные звуки. Как бы то ни было, есть другой и единственный путь обратно в дом Вумов. Через подземные туннели. Расскажи мне об этом. Это туннель — прекрасное место для прогулки, только вот каменный храм упал с неба прямо на вход в туннель. Я ничего не выдумываю. Но я уверен, что туда можно найти вход, просто еще не успел его обнаружить. Кроме того, вместе с храмом появилось странно выглядящее существо. Я зову их блайнами. Они кажутся довольно дружелюбными. Просто не знаю, что от них ждать. Найти туннель нелегко, так что подготовься. О, да, это жвачган. На этот раз открой свой инвентарь и перейди с синему. Жвачгват. Скорострельное оружие, которое оставляет после себя живописный беспорядок. Легко, правда? Жвачгана отлично защищают. Так, удерживайте гейм, чтобы будет на непрерывно стрелять жвачными шариками в направлении курсора. Если кто-нибудь на твоем пути недружелюбен, устрой ему ливень из жвачки. Теперь пора возвращаться в дом Вумов. Если тебе что-нибудь понадобится, просто поговори со мной. Удачи! А, да ладно, мы вот так плаваем? Ага, это... О, там рыба какая-то здоровая. Типа я это еще сломать не могу? Короче говоря, я разбудил рыбу какую-то. Ой. Так, под водой мы тоже можем стреляться, я смотрю. Ага. Горе. Где находится вниз... Всезнающий? Чувствую, что этот знак сможет объяснить, что с ним случилось. Так, ты сможешь прочитать эту табличку? Да? Что здесь написано? Что? Всезнающий ненавидит тебя. Всезнающий приехал из-за тебя. Ничего. Но это не совсем неожиданность. У нас с ним сложные отношения. Я пытался быть его другом, но я не могу помочь тебе не кричать «Кар!» каждые несколько секунд. Он действительно ненавидит кары, но через некоторое время я начал наслаждаться карканьем. Эй, что насчет тебя? Как тебя зовут? Мое имя... мое имя... Прохвост. Я люблю это имя. Итак, похоже, что я собираюсь держаться с тобой какое-то время, Прохвост. Так, что я могу рассказать тебе, чем я могу быть полезен, Кар? Я провел много времени возле Всезнающего, поэтому теперь я многое знаю. Ты можешь брать меня, как и любой другой предмет в игре. Всякий раз, когда я вижу что-то, у меня проявляется некоторая информация об этом, и я... расправляю крылья. Если ты кликнешь по мне, то я начну говорить. Юху! Хорошо.
Давай выбраться из этой дыры. Кооп разблокирован. Вы можете получить доступ к... Дорогие друзья, я переехал в другое место, а какая-то птица не перестает издавать раздражающий звук. Алый светер. А, подождите, это мини-карта, да? Опа-на. Прикольно сделано. Так, это типа сейвы, я понял. Почему? Что значит двойка, единица? Денксвелл. Также известен как твой лучший друг. Когда Денксвелл расправляет крылья, у него есть информация для тебя. Так, это ключевые, так сказать, предметы, да? ХПшка, способности... Так, какие-то фильмы. Прогресс. Ага, и настройки. О! Это босс? Стой, 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 у меня... Все, это весь босс? Хм. А, тут это горячий клавиш у нас. Походу я убил босса. А ведро используется для переноски воды. Эй, там! Как ты оказался тут, Вум? Тебя выбросили? Карла? Из службы поддержки ВМОВ? Не волнуйся, я могу открыть тебе эту дверь. Одну секунду. Что? Извини. Дверь чем-то заблокирована. Я тоже не могу войти. Все нормально, что нам теперь делать? Думаю, мы должны... обратиться к всезнающему. Он живет где-то здесь. Не так давно он переехал в другое место из-за птицы, которая действовала ему на нервы. Он продолжал издавать один и тот же шум снова и снова, и когда всезнающий куда-то ушел, птица следовала за ним. Думаю, всезнающий переехал в место, куда птица не сможет следовать за ним. Ну, если что, ребят, давайте, я думаю, тогда на этом мы с вами закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!